друзья, Аланя. Какой у нас сегодня? 18, наверное, или 19. Смотрите, какие уже гранатики. Показываю. Уже можно сказать, что где-то через недели, через две они точно будут съедобны. Может быть, даже раньше. Такие гранатики. И сейчас покажу, какой инжир. У нас сезон инжира, собственно, уже как бы начался. И его уже можно купить, а гранатики с этого урожая еще нет. И вот такой вот инжир, смотрите, вот он уже спелый прям. Вот этот уже спелый, его можно срывать и есть, он будет вкусный и сладкий. Ну а так в основном еще вот будет инжирчик спеть. Жира довольно много на дереве, кстати.